России и кибербезопасности. Также издание пишет, что Германия призывает компании из ЕС прекратить финансирование железных и редкоземельных рудников в России, запретить импорт урана из страны, а также поставки в Россию специализированного угля, используемого для переработки нефти. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в субботу на Ближний Восток для переговоров с рядом стран о новых соглашениях о поставках энергоресурсов, передает немецкое издание «Тренд». Позиция Германии в отношении России в последнее время ужесточилась, говорит президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархаль. Это авторшок на критику Германии, которая появилась в первой фазе российской операции в Украине. Тогда Шольц демонстрировал такую двойственную позицию, затягивал поставками вооружений, уже обговоренными. И я думаю, что последнее его заявление, а также, надо сказать, тот вопрос, я, например, увязываю то, что Германия заявила позавчера, что будет предоставлять гуманитарные визы тех россиянам, на фронт Украины, вот это все свидетельствует сейчас, хотите, что позиция Германии и позиция правящей коалиции изменилась. А насколько реально увидеть эти озвученные ограничения в ближайшем пакете санкций? Предложение это очень жесткое. Я думаю, что на это потребуется какое-то время, и потом мы будем забывать, что позиция Венгрии, прямо сейчас по инициативе как раз именно Германии, Шольца, но и Макрон, и президент Франции, придерживаются этой позиции, чтобы изменить процесс принятия решений в Евросоюзе. Татьяна Пархалина, президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества. По данным Bloomberg, Польша, Ирландия и страны Прибалтики выступили с инициативой отключения российских банков, в том числе и Газпромбанка, от системы СВИФТ. Также они предлагают распространить ограничения на сжиженный газ и на сотрудничество с Россией в атомной энергетике. МИД Венгрии заявил, что Будапешт откажется поддержать санкции в энергетике и ядерной сфере из-за угрозы своей нацбезопасности. Венгрия, которой приходится постоянно отстаивать возможность покупать российский газ, также плотно связана с Россией и в атомной энергетике, говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник. В традициях поляков и прибалтов, что называется, быть ястребами и давить на Россию санкции. Неважно, какая это будет отрасль, конечно, они пытаются ударить больше степени по энергетике, и уже сейчас затягивают на мировые СПГ, как мы видим, атомные перспективные проекты. Понятно, реакция Венгрии, с которой мы кооперацию в энергосфере, широкую часть ядер, допустим, проект ПАКШ, расширение этих мощностей, то есть проект ПАКШ-2, Венгрии хотят, конечно, ускориться в реализации этого варианта. И понятно, что противостояние коалиции Польши и Прибалтики все может начать. Тем не менее, где обычно еще принято солидарность, понятно, что Политика сообщает, что Бельгия еще изначально добилась исключения из санкций ЕС российских алмазов. Их не было в предыдущих пакетах санкций, скорее всего, не будет и в новом. В чем интересы Брюсселя, рассказывает промышленный эксперт Леонид Хазин. Действительно, в Бельгии кровно заинтересован в том, чтобы российские алмазы поступали в Антверпен. А почему? А потому что Антверпен на протяжении десятилетий является крупным центром как торговли алмаз, так и обработки. Есть говорильные фабы, которых алмаз обрабатывает таким видом алмаза, продает миллионам компаний, но его не обладает его опытом, отправляет его в США, отбивает его. А если, конечно, говорить о том, что алмазы, конечно, это просто того, что
что, конечно, не хватило алмазу по Австралии, а то хватило алмазу не правду, а он делал пожалуй, там было отчетное, а какая не было, я всегда поэтому власть Леонид Хазанов, промышленный назад. Обсуждение 8-го пакета санкций должно совершить Александр Дуняцко с 27 стран съезда в Праге, Шарков и 7-го октября. Минобороны освободила от должности замминистра Дмитрия Булгакова. В последние 14 лет он курировал материально-техническое обеспечение российской армии. О новом назначении генерала пока не сообщается, его место займет генерал-полковник Михаил Мезенев. О том, с чем может быть связана отставка Булгакова, в дальнейшем решении А сейчас останется, кто на местах отвечает за частичную мобилизацию. Глава Якутии Асян Николаев на совещании в субботу по исполнению указа президента поручил местным властям заниматься военкоматом как местом граждан, не подлежащих частичной мобилизации. По его словам, мало сколько есть ряд случаев, когда забирали, например, многодетных отцов, и что все, кто был мобилизован в Ашиша, должно быть возвращено еще раз. Необходимо усилить взаимодействие из военных комиссариатов мобилизации с руководством местного замминистра. У нас, к сожалению, мы должны сделать сейчас сочетание и увозить ее в другие на старые операции. И второе, здесь уже мы должны рассчитывать те, кто не выдержит от ремонта, получить есть случаи, призывающие служащие, есть случаи, призывающие и сейчас возвращаются уже по нашей группе с правых с людьми места. Здесь я прошу ваших выдержать те, кто не выдержит. Асян Николаев, глава ВЭАВА, с подобным заявлением выступил и не губернатор Колымы Сергей Носов, но также сумел разобраться с жалобами на получение повесток тем, кто не подлежал частичной мобилизации, и усилить взаимодействие с военкоматами, чтобы скрывать случаи незаконного мобилизации. Комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Сардана Афанадьева, депутат Госдумы от новых людей и экс-МИЭС, в четверг она написала в Телеграме, что мировая цифра частичной мобилизации по регионам непропорционально, что наблюдается неравномерность между проектами, а внутри между городскими и сельскими территориями, и привела цифры к Исталовичу из Калачев. Правда, позже Аксинтьева ожила, что произошла ошибка, и число мобилизованных по факту оказалось ниже. Цитирую, при потоке информации принято обратиться на проведение извлечения. Мы таковым считаем ведомости, но это и очевидно, что и они могут ошибаться на самом шаге. За мобилизационное мероприятие отвечает два внутренних штука.
губернатор и военный комиссар Гасс. Говорили о заседательской коллегии адвокатов, а за них Денис Капшар, акционист. С четверга на горе Рагонагры с вопросом частичной мобилизации численного листа за два поступило сухо 200 тысяч звонков с вопросами МСУ по правилам часа и сэкономим Черный Шершин в региональном полгмэнагре и пропорт на спичке за мучтурные мерзостные дни им отправили ответы на наиболее частые угнанные Первая деловая радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, о банках и банкирах. На бизнес-эффективе. Первый отечественный финансовый пирамиды называют историю общественного банка в городе Скопин из Нарукозвенков, который возглавлял Иван Рыков на почти 20 лет. С 1763 по 1882 этот банк выпускал процентные бумаги, выплаты по которым шли из средств новых вкладчиков. Тех, в свою очередь, привлекали высокие процентные ставки, которые в банке Рыкова к тому же выросли год от года. На машине шамутали местные власти, влиятельные лица деньги, чиновнички, биржевики, публицисты. Деньги в Скопин шли со всей России. Незадолго до 20-летия юбилея банк закрыл его кассе и кладовой сяк для обнаружения 2400 рублей. Потом был суд, но Рыков вернулся в Сибирь, а слово «Рыковщик» в империи стало значить примерно то же, что аббревиатура МММ в современном России воспринялся. Деньги есть к деньгам, а на бизнес она. Вы слушаете шум бизнес-фразы. Бизнес-фразы. Радио не на словах, а на деле. Есть главные темы. В студии Ирина Савельева, здравствуйте. На границе с Грузией и Казахстаном в Финляндии выстроились большие пробки, как пишут в соцсетях, хотя бы хотелось выехать из страны после объявления о частичной мобилизации. Выясняем, что же на самом деле произошло на самом деле в Северо-Северной. Сюрприз, который противоречит договоренностям. Власти решили повысить платежи бизнеса за госстраховым взносом в оценочном фонде, обещают отведение отхода пенсионный фонд осени социального страхования. Бизнес купит зиму. Самый дождливый день в Москве почти за 70 лет, сообщает Центр погоды настоящего субботы, говорит, что было не менее 50% месячной нормы осадков по рекомфорту 1953 года. И по прогнозам, дождь не прекратится до вечера в воскресенье. Эти другие темы возникли доступным шагом.
профессиональным сообществом. Нострой планирует разработать электронный сервис для рейтинга и образования, в котором Thank you.
You know, I have to say that things aren't as easy as they used to be in the old days. I mean, we hear that a lot. And there are some people who say that there's really no point in looking back. All we got to do is look forward. And I suppose that's something. But I think I'm allowed to have a little bit of nostalgia for the old days. I think it's because I get my nose where I did it more often than most people. Working as a telephone lineman, especially on the long distance runs, you get to see things that a lot of folks don't. People, they take the old roads for granted. These days it's all superhighways and buses and fancy cars. But out here, running the lines across the tops of the mountains along the ridge, it gives you a sense of perspective. You find yourself looking down to the north, into the green lands that used to be wild and open, where the vast and constantly swirling tribes of horses used to run free. And then you turn and you look to the south and you see the ocean. It used to be such a magical thing. You'd look at the horizon, at the gathering clouds, and you'd wonder what was on the other side. Sometimes I think I get better perspective than just about anybody. There's still a lot of evidence up here of the old days. Stone cairns, signs, runes carved into the rock. But it's all changed. They seem to have lost something. I don't know. Maybe it was the coming of the technology, when men on horseback drawing wagons were gradually replaced by the trains. Now they're saying that the cars, the automobiles, they'll replace the trains soon enough. But it's strange, you know. Technology being what it is, you look out and you see all of the incredible technology and all the great scenery that's been marred by it. It's funny. They say that 500 years ago, this land was magical. It had dragons, magic rings, and great wars fought with arrows and swords. And there was great evil on the wing, traveling through the clouded night, and heroes and daring do. Sometimes when I've got a little bit of time to myself, I wander away down one of the old trails, and I'll find myself climbing up into one of the old towers where they had the beacon fires, and I try to imagine what it was like back then. When if they wanted to send a warning, one beacon had to be lit, and then another, almost out of sight, would light
at the sight of it. And so and so and so down the line. Now all I suppose you have to do is pick up a telephone. Or send a wireless message. Wireless. The modern magic to replace the old. Sometimes I listen to it at night. The voice is going by. You never really know what you're gonna hear. Sometimes it's just Western. Other times, well. You hear traces of Elvish. Sometimes there's a commentator who's a dwarf. They get pretty amusing when they get their dander up, arguing with each other about progress and that sort of thing. That's tough, you know. It truly is. Listening to the birds in the sky, watching the wind, and trying to remember the old days. Once I took a day's vacation up here, and I went down to see the Paths of the Dead. And I wondered what it was like when they were still inhabited by the spirits of the men that broke their oath. Now, of course, they're empty. You occasionally run into hikers having a picnic. And then you get a break, and I get to go home. I take the cable car down the mountain, and I catch the train into Minas Tirith. It's not really much like it was in the old days, what with all the extra construction in the suburbs. City Council's actually talking about taking down the Great Wall, maybe leaving a piece of it. You know, sort of as a historical marker. I think we've lost something. You know, up north, the whole Lonely Mountain. Well, they've converted that into a theme park. Dragon World. You ride a roller coaster through the places where the king under the mountain used to hold court, and you get to explore the dragon's hoard for little plastic trinkets. I knew that we were really leaving things behind when they started stringing telephone wires across Isengard. They say the Shire's walled off its borders now, and all the hobbits have decided that enough is enough. People come by the borders to look and laugh, but I wonder if they didn't have the right idea myself. And I look up into the sky, and I didn't see any dragons. I just see jetliners. Flying from Edoras to Minas Morgul. And beyond into Mordor, where they've apparently been doing a bit of urban renewal. They finally cleared out the foundations of the Dark Tower, and now they're planning on converting it into a sort of an inland sea.
you know, with palm trees from Harad, and maybe a tiki bar or two. So I sit here atop this telephone pole, watching the clouds roll by and seeing the trains running from, well, everywhere to everywhere. There's the express that comes into Rouen, goes around Lorient and heads west to the Blue Mountains. And then, of course, there's the Anduin route. I'd like to take that someday, take the wife and kids. See it the easy way. I don't know. They say that the defense network that's being built up and down the border to keep the strangers out is just the first of many. I guess I long for a simpler time. Well, Ed Arras is not going to be happy if they have to do without their wireless for much longer. At least I got the telephone lines back up. But I do have to say, no matter who laughs at me about it, Middle Earth just ain't the same no more.
Годы есть годы. И если я хочу, чтобы я хочу.